А я лично переживаю за одиноких. И всегда стараюсь им помочь. А кто одинокий? Вали, ну что, одинок? Ну что ты выеживаешься-то? Ромочка, Рома, здравствуй. Нам тебя жалко от души. На какой помойке ты ее нашел? Значит, если вы танцевали цифровое развлекательное обозрение, современные личности не будет. В знаменитом городе Москве знаешь, как знакомиться? По телефону. Предел культуры, да? Вес, рост, цвет. Все по телефону. Номер только фиг узнаешь. Засекречен. Ты вообще-то где живешь? Тебе зачем? На Пионерской, в Красных домах. О, мастер! Ну-ка, щелкни нас. Давай. Детишкам на память о папке с мамкой. Все сказал. Пошел ты. Тебе налево, мне направо. Все, короче, разбежались. Че, психованная, что ли? Пошла ты со мной. Ну чё пришел ты? Звали? А чё такого? Взял и пришел. Оп. Слушай, откуда у тебя это барахло? Бабулька здесь одна проживала, одинокая. Это все от нее осталось. А мне нравится. Как в музее. Ага, особенно соседи. А куда ты бабульку-то дела? Куда они все-то деваются? Померла. Без родственников, без никого. Вроде как я. Только что не детдомовская. А у меня тоже бабка. А маманя коленем завербовалась. С другом. Считается отчим. А вообще пятый.
хочешь знать? Я людей ненавижу. Присутствующие, конечно, не говорят. Ну, просто иногда кусаться хочется. Жанна! Чего? Жан, посиди со Славкой, а? И нянька вам, да? Да, кстати. Роман? А я хожу, ищу. Кого я ищу? А? Чебурашку. Одну знакомую Чебурашку. Кто теперь не любит песню? Песни любят. Все. Вот это мимо. Это азербайджанский портвейн. А хоть шампанское. Не пью. И не курю. Воля. Плюс сознательность. Ну, как на фабрику пришла, 2 года. Железно. Ну что, я пошел? Люблю грозу в начале мая. Слушай, у нас сегодня в гараже мужик такие анекдоты веселые рассказывал. Ну, давай. Да не, пошлый очень. Ты чего? Ну мне-то можно. Возражаешь? А бабка? Бабка-то не заругается? Даже не заметит. Ладно, поехали. Если бы я вот такая была, а? Ну и какая разница? Да, 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 так мы и поверили.
Смотри, убью. Возьму и убью. Глазоньки. Грудка ты моя. Мы дети галактики, но самое главное... Что за народ? Вечно двери нараспашку. Соседи твои дома? В деревне они. В деревне. Ордер получили, я уезжать не собираюсь. Ой, когда я вас расселю, когда я от вас избавлюсь? Как живешь? Да нормально. Нормально. Марат Павлович! А что это вы там стоите? Идите сюда, с какой я вас девочкой познакомлю. Марат Павлович, Жанна. Я вот к нам исполком 2 года назад вселил. Я еще боялась по линии ЖЭКа. Ну, детдомовка. Комиссия от нее горючими слезами плакала. Правда, Жан? Ага! И потом, откровенно говоря, ну, таблетки, спиртное, мальчики. Вы... А чего вы врываетесь? Я спрашиваю, чего врываетесь? А? Может, я не одна? Может, я с мужчиной? Ух! Ты что себе позволяешь, дорогая? Ничего! Перед тобой посторонние взрослые люди. Ну ладно, чего урываетесь-то? Тихо, ребятки, тихо. Слушаться надо. Ребятки, слушаться. Я ушел. Тварь подзаборная. Чтоб не гадом быть, если я тебя хоть раз в жизни обижу. Хочешь, в кафе на веранду пойдем? А то можно в Бордиско. Есть свои люди, сделают. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну, ты у меня деловой, Ру. Я тебя уважаю. А
ну кончай, Андрей, я кому сказала-то? Полетели. Слышь, что говорю? Пошла, что, сука! Иди отсюда! Жанна! Жан! Ах ты, убери это, ублюдок! Давай его башкой об скамейку сделай. Дай-ка ему врежу раз. Толя! Бать, еще! Че это? Стукнешь, гад, раскаешься? Что вы там делаете, а? Вы что там делаете, хулиганы? Что вы там драку устроили? Ой, это вы? А чего врываетесь, а? Извините, пожалуйста. Ну, без нас разберутся, ты понял? Без нас. Значит, им все можно, да? Ну, что ты орешь-то? Вот ты меня, Рома, просто удивляешь постоянно. Милицию поперся, нашел, куда пойти. Все равно, гады. Гады позорные. Чего? Идем. Идем, а? Ты чего? Ничего. Ну, что надо-то? Что ж вы, суки, ментов поперли, а? Жить надоело. Толик мне брат. Сейчас, фея, если твой на него стукнул, я за Толика атомную войну сделаю. Ясно? Ясно. И че он не стукнул? Он не стукнул, честно. Посмотрим, посмотрим, сказал слепой. В чем, собственно, дело? Сори. Не расстраивайся. Так, перекладываю. Медведь, к чему снится? А какой, белый или бурый? Окуляры, как в Америке. Я что думаю, там сейчас день или ночь? А ты не думай. Ну что, кто дурак? Соскучились? Я ж не вырываюсь. Я за пределами. Вопрос можно? Какой еще вопрос? Ой, уж вопрос нельзя.
А то, может, картишки по маленькой? Нет, серьезно, где я тебя видеть мог, а? На Плешке? Или у радиотоваров? Ну, напомни, где? А везде. Везде. А он у тебя... не глупый? Не глупее некоторых. Ну ладно, ребятки. Чао. Спасите, спасите, спасите. Спасите, спасите меня. Ты что, дурак, что ли? Да, дурак. Не, ну ты вообще. Добрый день. Есть проблемы? Карпов? Жанна. Угу. Между прочим, вы похожи. Не замечали? Это к счастью. Ну чего? Ну, я же тебе говорила про тогда. А, Роман. Евгений. Да, действительно, был небольшой инцидент. Мы его исчерпали. Ради такого случая сделаем воскресный рывок. Из царства, как говорят, асфальта, чтобы босыми ножками по зеленой травке шлеп-шлеп-шлеп-шлеп листочки над головой. Не против? Можно. А че? Едем? Поехали. Поехали? Едем! Ну, поехали. Давно уже пропустил. Шашлычок ждет, товарищ начальник. Подойдешь потом к нам туда. Роман, плюс Жанна, друзья. Let's all get up and dance to his song. It was a hit before your mother was born. Though she was born a long, long time ago. В Японии, старик, есть такие ниндзя, не слыхал? Ну, такие полулюди, демоны, что ли. Летать умеют, мысли читают, исчезают, когда надо. Появляются, когда надо. Могу дать вырезку, поучись.
Ты с пятой клинической, Паш? В гараже? Номер тачки 6464. Небось, небось, не угоню. Все еще у тебя будет, старик. Все. У меня глаз цыганский. Но деньги как таковые, старик, в принципе, я презираю. Сколько бы их ни было. Ценю, знаешь что? Ценю мечту. А прогулка, по-моему, люкс. Вот и иди к нему. Хочешь? Катись. Малыш. Ну, не нравятся они мне. Мне нравятся, имею право. Пожалуйста, мне-то что? Привет. Привет. Ну, старик, тебе страшно везет. Родине нужна тачка. Моя? Твоя. Почему моя? Скорость. Через часочек. Подгонишь свой красный крест к моему дому, а? Ром. А что, можно? Ну, только все между нами. Малыш, глухой номер. Сам Велка. Нет и нет. Все, дисциплина. Представляешь, гони тачку, говорит, в гараж. В другой раз так-то, ладно? Малыш, честное слово. Если ты мне лапшу на уши вешаешь, если это у тебя левые дела, учти. Честно, малыш, откуда? Какие левые дела? Нет, еще совсем. Жан. Жан. Привычки твои детдомовские. Ваше Величество, тачка подана. У тебя что, скипидар в заднице? Сказано у дома, значит, у дома. Что-то в последний раз. Ты меня понял? Здравствуйте. Здравствуй, сынок. Вот вам будильник, мама. Через полчаса, 6-я серия.
А то опять уснете. Ленюша, пирогом хочу гостить. Не волнуйтесь. Он уже кушал. Но ясно, что она будет немало. Это, однако, Калину лечебную пить на него найдешь. До 100 лет жить будете. Есть многие другие. И будет вам бодрость, хорошее настроение. Читавшаяся еще недавно. Водочки не захочется. Бельгия сегодня превратилась в арену острый социальный конфликт. Сейчас варку. Теперь направо. Станешь крестом к выходу и ждешь. Старик, а ты мне нравишься. Я бы тебя взял в разведку. А где компания? Не задерживай движение, Рома. Поехали, поехали. Красивая вещь. Держи. Для жены. Чего это? Ну, она же тебе жена. Ну, жена. Ну вот. Для жены. Ой. Мне? Откуда, Ром? Да бабка раскололась. Снеси, говорит, своей, к ЗАГСу. Ну, прям как две капли. И под глаза.
Слушай, Ром, ну что, я до магазина добегу. Пусть знают, да? Правильно, малыш. Ничего, прорвемся. Ром, ну я 6 секунд. Давай. Ничего так. Красиво. А что, если возьмем тачку и в аэропорт, к морю? Ведь не была? Не, а не была. И Рома тоже не был. Молодец. Ответ шуткой на шутку. Ромка вообще у тебя молоток. Знаем. А вот Сережечки-то сними. Сказано же ему, кажется, русским языком, пусть пока полежит вещь. Кому? Кому? Ромке твоему. Кому, кому? Кому? Малыш, ты что? Малыш, это ты не права. Зря, честно. Бабка, да? Бабка. Сейчас петь буду и драться. И когда выпью, всегда дерусь. Я сказала полковнику. А ты же меня вообще еще не знаешь. Может, я вот такая? Откуда ты знаешь? Ты только не плачь, ладно? Глазами с 3 лет не плачу. Понял? Только сердцем.
Ну? Что теперь, красавица? Точно говорят, пацана еще можно, а девчонку трудную в жизни никогда не переделаешь. Тебе-то что? Я умереть хочу. Я подлая. Подлая 100 раз. Напилась с горя. Ну и что у тебя за горе-то? Может, по моей части? Да я же ему как мать. Да вы не поймете. Лучше теперь меня вообще презирать будет. Ну-ка, встань. Встань! Глухая, что ли? Куда? Куда? А ты куда хочешь? Пожалуйста, я могу пристроить. Так что, Рома, кончилась любовь. Чего хмурый? А вы что, следите, что ли? О, очень надо. Ставлю, как говорится, себя на твое место. Молодые же, здоровые, заводные. А, заведешь, не остановишь. Жизнь, ведь это ж не существование. Между прочим, камушек твой огород. А что, слушаться надо? Так мы ж слушаемся. Ну? Мало, что ли? Ну, почему? Иногда можно расслабиться. Чаю не дадите? Дадим. Давайте. Я что говорю-то? Может, действительно, возьмем рюкзачки, а? И на субботу, воскресенье. Тут 3 часа хорошего хода, такие грибы. Белые? Белые. Поедем, а? Здравствуйте. За природу агитируйте. Карпов. Ковенко. Кажется, встречались. А я, знаете, зову его немножко в другое. Помните, как у Владимира Высоцкого? Я его зову в горы. Ну что ж, тоже неплохо. Вот и Жанночка. Жанночка тоже не против. Только в горах спайка нужна. Большое мужское доверие. А я ему доверяю. И он мне тоже. Правда, Рома? Че, дай людям чаю. Не-не-не-не-не-не-не-не.
день сегодня по секундам. Дела. Карпов? Или как там тебя? А ведь я тебя понял. Чего ты к ним прицепился? Перед девчонкой хвост распускаешься? Они ж пацаны перед тобой. Товарищ Ховенко, я милицию очень уважаю. Жизнь нужно прожить так, чтобы не было больно за бесцельно... Мучительно больно. Мучительно больно за бесцельно прожитые годы. Все. Больше не буду. Честная пионерская. А он у тебя ничего. Хорошенький. Привет. Привет. Жанна, выручай. Подруга, мне без тебя никак. Срочно улетаю. Поживешь у меня, приберешься, как в тот раз. Что, опять в Сочи? В Сочи. В Сочи. Ну, слушай, ну я в ночь сегодня. Ну и что? Сегодня хламон твой придет, поспит. Ну, что ему еще делать? Что вы тыкаете? Мы вам что, слуги, что ли? Не можем, не можем. Все, понятно? Привет. А что ты развыступался-то? Все забыл? Да? Сейчас. Лапти снимай. Сейчас все тузы, старик. Все. Кроме нас. Кроме вас. Кухня где? Там. А что? Сейчас мода такая. В крупу упрячут. Варенье. Что? Как что? Богатство. Богатство. Камушки. Золото. Ну, а мент злодей придет. Что делать будем? А? Ух ты. Настоящий. Нет, я был прав. Я тебя уважаю. А чё приходил-то? Скучаю.
приходил, что ли, кто-то? Нет, откуда? Квартирка вообще-то у нее класс, да? Живут же люди. А чё живут-то? Она балерина. Из танцев на льду. Только очень одинокая. Малыш, ну отдал я ему сережки, отдал все точно. Честно? Честно. Ну че ты рычишь? Рома. Поклянись, что с ним никаких дел. Клянусь всеми чертями. Я белье у людей стирать буду. Квартиру убирать. За детьми ходить. Я же все могу. Понимаешь, все. 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 Все? 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 Рома, береги себя. Шашлык делать будем. Будем, дорогой, будем. Все будем. Все будем. Так. Точно. Минута в минуту. Теперь ты подгонишь вон туда свой красный крест, на уголочек. Он у тебя счастливый. Конечно, старик. Можно взять квартиру. Можно, можно, конечно, можно. Но тут что-то немножко другое. Чувствуешь? Чувствуешь? Начали. Раз. Я к Волге. Два. Сумочку взяли? Ох, тяжеленькая. Три. А мы с песнями по машинам. А инкассатор?
Пока не знаю. Не хотелось бы, в принципе. Нет, это мимо. А что ты испугался-то? Номера будут другие. Вообще, старик, все будет как в сказке. Я своей башкой полгода работаю. Не, я в тюрягу не хочу. Куда? Воды попей. В тюрягу. Рома, не надо, Рома. Пожалеешь на всю жизнь. И девку свою пожалей. Да я ее на твоих глазах. Стоять! Подонок. А мне сейчас мамочка моя приснилась. Правда, правда. Вроде бы она, только уже пожилая. Ведь ей, когда она меня кинула, столько, сколько мне сейчас было. И вот только внешне ее не помню. Магазин, детский мир, как живой. И как я у стены стояла, прекрасно помню. Она мне в руку игрушку. Желтый заяц сунула. Вообще в своей жизни видел-то. Ну что тебе от нас надо-то? Только спокойно, спокойно. Спокойно. Без нервов. Сорока-воровка. Кашку варила-варила. Да не выварила. Дорогу найдешь? Давай. Давай, 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 давай. Где ключи от Вероники? Кого спрашиваю? А чё ты орёшь? Ты чё орёшь? Ты чё? Ну что же мы орём-то, а?
потому что убьют. Он же черт, он все может. Они сегодня инкассатора будут в Липках брать. Я не хочу. Сучи. Малыш, милицию нельзя. Сережечки-то вот они. Он меня кругом попутал. Ну какой же ты все-таки гад, Рома, а? Малыш, у него пистолет есть. Я сам видел. Ладно. Я же не мамаша твоя. Я же тебя не брошу. Я сейчас мотор пригоню. И в гараж. К шоферам твоим поедем. Слышь, мы ж прорвемся. А? Рома, только ты не открывай никому, ладно? Слышь, Ром, мы прорвемся. Японский бог свихнул, что ли? Ведь вы не посадите его. Если я вам все скажу, не посадите? Он же ведь без матери вырос. Миленький, миленький, золотенький. Я для тебя все сделаю. Я для тебя все сделаю. Но не успокойся, посадите Жанна. Его. Если я вам все скажу, успокойся, не успокойся. Посадите ну, его. Давай, успокойся. Миленький, золотенький. Тихо, давай, рассказывай, ну. Рассказывай, ну. Ну, в твоих же целях, давай. Ну, что? Че рассказывает? Инкассаторы они будут брать в Липках где-то. Стой! Стой!
Иди сюда, встань. Умереть, что творится? Ну, разве можно так распускаться? Не кисни, старая. Детдом пришел. Стасик, поставь-ка чайник. А теперь рассказ. Да идите вы. Я вас звала? Не помню что-то. Ты что, совсем, Жанка? Ты же знаешь кто? Людмила. Кончай, слышь, она человек. Вот так. Я же Людмила, зауч. Я человек, что ты? Сюрприз. Ну-ка, тяните. Что выиграл? Телек. И я. И я телевизор. О цветном мечтаем. В комнате поставить.